всем доброе суток. Вот как вот у меня теперь стол выглядит. Планшет лежит, ноутбук он приготовил, в ремонт повезу. Вот собаки дрыхнут, накупанные, накушанные. Вот здесь еще стекло осталось помыть. И вот это на кухне, как всегда, чисто. Как бы вот так вот. Вот. Достал собакам рыбы, фаршу, и там опять же удочки нашел в морозилке. Не знаю, вот придумаю что-нибудь к этой стойке, чтобы телефон стоял. Не знаю, посмотрим. Будет видно. Вот. Так, стирка сейчас идет туда-сюда. Фотоаппарат он все в ряд стоят. Теперь он. Ничего. Дядя Юра сделает. Так, ну что у меня тут постиралось? Не, да, вроде все готово. Так, чисто, аккуратно тоже здесь. Порядок, как всегда, без изменений. Здесь вот так вот тоже коврики, то все. Это мусор надо выкинуть. Здесь разобраться чуть-чуть. Ну и угол, все сумки там, охотничьи, перья. Оставлю, буду в индейцев играть. Флаги надо убрать, то все. На втором этаже тоже у меня дурдом, но чистые полы, все. Сдвинулось все на сторону сюда все, потому что этот гардероб, кто помнит, здесь стоял, а мне шкаф отдали, купе или как он называется, зеркалом, видите. Вот. Нет. Не влазит тут эта тумба нижняя, не влазит сюда. Вот. Так что такие дела. Вот так все. По крайней мере, до кровати дойти можно и лечь спать. Все равно. А так все чистоганом, все блестит, горит, сияет. Кактус живой вот. Стоит. Вот так вот. Давно я вам не делал обзора. Лестница крутая. Так что вот. Такие дела. Ну все, сейчас собаки чуть подрыхнут. Пойдем к собакам. Жарко сейчас, ну. Хотя градусов не очень, но все равно дома. Сейчас глянем. Собаки дрыхнут. Лежат в лёжку. Сейчас смотрят меня сейчас. Этот белку не лежит. Златка там в углу. Каюр где-то за мисками. Такие дела. Белье еще тут. Все высохло уже. Пойди. Ну да. Даже такие пироги. Вот. Придумываем контейнеры под это. Их не все здесь. Глистогонки. И спреи. И витамины в основном здесь. Коробочки эти остались. Как раз пригодятся. Под червяков. Ну так, в принципе, что тут. Все. Все нормально. Вот такие дела. Ну, канал Лайки Соловьёва, да? Обзор дома Лайки Соловьёва ЮВ. Ну, а так, в принципе, все, что тут. Еще, конечно, надо... Некуда еще нету мебели никакой толком. Вот что-то куда-то что-то складывать. Да и ставить-то некуда. Короче. Все, как говорится, по этому, по дачному. По дачному варианту. Он чизен, кусок мяса лежит. Ну, а так. Че за лапки свесило вниз. Надо стекла еще помыть, кстати. Вот, а так, в принципе, сейчас они. Будет и мясо. Надо найти эти клейки на мух. Повесить висюльки.
Так я замучился за ними охотиться, блин. Хулиганы. Так, зашел в душ. Сейчас я чуть ополосну, чтобы с ними легче было гулять. И... Ай. Прохладненькая пошла. Ой, как хорошо сейчас будет. Ай, вода, живая вода. Ой, хорошо как. Ой. О, крыжовник у меня будет в этом году. Иди. На второй год, как пересадили. О, малинка тоже здесь у меня есть. Тут у меня строительный мусор. Ну, не мусор, а всякое подряд. Ну, вот одна посередине молодая. Лесная там в конце, в самом, не знаю, потом она отрыгнет, не отрыгнет. Бог с ней. Осенью еще что-нибудь. Не, малина будет тоже, смотрите. О, ягодки будут. Палочки, много свежих побегов. Палочки надо привязать. Так, идем к собакам. Тут у нас временная купель. Я ее больше не откачиваю. Сейчас они будут, наверное, скорее всего, скоро здесь. Рыба висит. Короче, когда свой дом или что-то дел, всех не передел. Ты, конечно, за всю жизнь. Либо... Так, вижу, одна вишня начала, это последняя, та зеленая вся стоит. Надо полить ее хорошенько. Ну что, морды протокольные, а? Идите, покупайтесь, а потом до вечера, там я буду вас кормить. Ой, ой, типа, лишь бы бегать. Такую жару, так хорошо лежите, спите. Что это? Тихо, не врежьте, опять врезаетесь. Ты что танцуешь? Вперед с песнями. Вот с этими, да. Р-р-р. Уже да, носится уже как большая гламенная. Хорошо, после душ. Все по туалетам. Чизули ко мне. Тихо. Что так? Пойдем с тобой, пойдем купаться, пойдем. Пойдем. Ты со мной хочешь хорошо купаться. Шарик стал по этим, по вольерам. Ну, сколько белья вытащил. Сохнет. Проветривается. После уборок. Давай. Куда пошла-то? Чеза. Это я там ходил, да, я был в душе. Бочка 200-литровая. Такая прохладная. Вода и не холодная, и не теплая. Чес, вот. Давай. Ныряй. Ну что, одна не хочешь? Нет, идет туда. Давай пойдем вместе, я тебя сейчас включу. Чес. Ческа. На, упали. Чеза, что там? Не хочешь, пока еще не набегал, значит. Куда ты пошла опять дом воровать тапки? Чеза. Чеза. Ну что ты тут? Кузьми. Ну вот сейчас наиграются. Этот, напыхтятся. И захотел, сами побегут туда. Бел, ты все в поисках, да? Это разбирает Чизету. Она уже такая высокенькая такая стала. В машину хотела. Видите, я бы проводил бы сейчас с вами бы премьера, а через телефон не знаю, как и этот. Каюр. Бел. Изваляли вы еще. Не этот. Так что комп сделают и будут у нас, чтобы общались. Мячик-то вот он же сейчас найдет его.
Ну бери, иди, давай. Он тебе не интересен. Чез. Паяц, поди. Ну да, летит скуп. Брюх намочит, довольно. Ну, что, самое главное, лайки грудину, чтобы она это остыла. И все. Вот, походу, тут мячик взяла, валяется. Вот так, в принципе, если было бы, то более-менее нормально. Но если прибавят градусы на улице, то это будет уже не то пальто. Что там ее за? Вот такие у нас периодические выходы. Каир, мыться пойдем, сейчас сразу раз, вольер. Пойдем искупаю, пойдем? Пойдем искупаю, пойдем? Смотри, сразу вольер. Мальчик, я домой. Давай, Златый. Пойдем, пойдем. Иди, искупайся. Каир, куда? Иди сам искупайся. Че, залети, пока все здесь. Ну, она только что была. Чез! Чеза! 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 Заковырял в траве большой. И ты-то куда? Я туда просто ходил. Надо все вам проверить, где я был. Что ты нюхаешь? Иди сюда, пошли, все. Злата. Не готовится вам еще пока. Значит, не так сильно жарко, если они по разу зашли только. Бултых-бултых и все. Там я их просто купал недавно. Они поспали, прохладненько обдувает. Лафа. Все-таки стащил кафу, я сказал. Ушел оттуда. Воруешь, пока мы ходили. Увидите еще. Уйди, маньячка. А потом лает, день и ночь лает. Я сегодня прихожу, а он этот. И твой, иди. Все, что проверишь? Что ты встал-то? Мокрая довольно. Уйди от ее вольера. Прикрою от греха. То нас ворует, тайно занесет. А потом, я потом заметил, посередине у нее лежит вольера. Она то на Златку орет, то на эту, на мелкую. Это твой вольер. Ну, всю жизнь не было игрушек, сейчас тебе до игрушек только дай, да? Каир, пойдем искупаю. Пойдем искупаю. Ну что, мне за ошейник с поводком идти? Влад, кого там ловишь? Так, все, ушли отсюда. Пошла, пошла. Ушли. Чук, идите гулять. Иди. Пасти надо. Как это, пастух и вот. Вот, да, вот, дербаньте хвосты. Вот это все делайте. Сейчас ветерочек такой. Как этих коров, стада пасут, так же и здесь. Только здесь стая, там стада, а здесь стая. Также нужен пастух и также нужно это. О, за шею взяла, держит. Ну все, мячик вовремя убрал, вот она хоть играется нормально. Ворует у нее потихоньку. И главное, один и тот же опять оранжевый. И потом вот она просто спать не дает, даже ночью. Бело-бело. Что? Я тебя зову, да, потому что ты хулиганка. На охране и все, все твое.
Не понравилось, да, что она тебя за хвост? Давай, мсти ей. Она, видишь, боком уже к тебе подходит. Злат. Наш дети смотрят. Ты чё? Потом зададут вопрос, что это было. Зачем он так делает? Хотя они больше нас знают, эти дети. Сейчас молодежь продумал. Он в интернет открыл да посмотрел. Ой, господи. Ну вот все, мусоль ее. Ух, поправь. Лохмач. Ух, поправь. Сибирская лайка. Ну, все, замусолились. Влад, ты кого там вынюхиваешь? Тут сейчас пчелы эти. А, дурно. Сейчас разогреются и побегут опять купаться. Тихо, челюстями. Ну, у них все рассчитано, по идее. Мы из машины. Не получилась атака. Сейчас Злата подключается. На помощь Чизи. Поймала. Я ж с тобой сейчас быстро. И Чеза давай, все. Добыча поймана в мужском виде. Сейчас будем. Сейчас много дел надо сделать. Сейчас поедем. Уже звонили сегодня со страховой. Надо, я, оказывается, вот уже и год уже еще один прошел, обалдеть. А вы знаете, что у вас все? Да? Обалдеть. О, балдеж. Комп отвезем. Застрахуемся, отстрахуемся, отпишемся. Морды. Давай, вот тебе грязюка больше, наверное, интересует. Иди и окунись. Вот, за вкусняшками заедем. Творожку, того, сего. Если что-то скрипит, это тапки мокрые скрипят. Я хожу, а то некоторые там с больными фантазиями разную ерунду говорят. Да? Навигатос. Златос навигатор. О, ветерок вам хороший, да? Языки повытаскивали. Каюр, пойдем купаться. Каюр, пойдем купаться. Пойдем. Пойдем купаться. Пойдем. Не домой пойдем. Нет. Я, во-первых, там все снято, и сейчас будет все застилаться. Не. Ты давай прекращай. Пойдем, я тебя искупаю. Пойдем. Хотя бы к тазу. Пойдем. Пойдем. Ты хорошо идешь? Иди, я тебе просто головку помашу. Иди. Каюр, иди. Иди. Каюр. На речку поедем. Там вы отплаваетесь. О, пошла, пошла. Не, не захотела. Через это. Футбол пошел. Иди, я тебе головку помочь. Иди. Иди на мочок. Каюр, иди. Иди, каюр. Иди. Иди ка. Иди. Если колодцы, то все, то в вольер. Ладно, пусть они доигрывают. Я их сейчас загоню, пусть отдыхают еще. Вот.
пойду еще дела надо и кушать, им варить и так далее. Посмотрим. Будет каша, если там кто-то писал на канале Кухня. Да, я прочитал. Да, на самом деле переводят собак на какой-то период времени на сухой корм. Не здорово ли для тебя, ты, чтобы мне продукты не переводить. Сухой корм, да вкусняшки, чё. Конечно, резкий переход с натуралки на сухую, а не это. Брык подкидывает. Чума. Красота. Чума, красота. Храняет, храняет. Лапка сейчас. Опа. Не лезь, скажи. Уф. Доходу. Так, она троллит Злату. Подустает. Ничего, теперь будешь не ходить. Через это. Нашла. Вот, рад был всех видеть. Пока поставлю, сейчас пока обработается, пока загрузится, это время сколько пройдет. Поэтому чем быстрее сейчас я поставлю, тем быстрее вы все посмотрите, пообщаетесь. Ну а премьеры будут, как вы сами поймете, что премьера, все. Я думаю, что Юра быстро сделает. Найдем причину. Да. И все. И по новой будем общаться в чатах. Там морды. Ну все, всем пока-пока, хорошей погоды. Да? Каюр, скажи всем пока. Ну скажи, Каюр, скажи голос. Жарко? Ну нихуя он не будет говорить. О, даже мелкая. Морды. Молодцы. Ну, потому что были они с утра на кухне, поэтому на них так особо они такие игривые. Хорошая ты, не ешь это. Ты что легла есть? Ты что, обалдела? Шверевка обычная. Злат, возьми свою булку. О, мелкая на Златку. Рык. Каюр, забирай. Мелкая учится, поэтому на охране. Угу. Не ешь. Отрывает просто, может быть, я не вижу. Вот. А так все хорошо. Да? Морды. Че, пойдем? Пойдемте, я вас посажу. Идите, там тенечек. Ну, давайте мы вместе сейчас их поставим. Влад, шакалит у вас, и вы поели хорошо. На канале Кухня я все показал, как они ели. Доедайте. Сейчас я вам такую же сварганю. Каюр, а что, морда открыть никак? Чеза. Солнечный ребенок, иди. Иди, заходите. Давай. Ох, шуба, да, февральская. Заходите, пожалуйста, господин. Так, ведро, я что хотел, ведро-то не надо было. Ну все, беру тачку, все. Каюр, скажи. Жарко. В будке прохладнее. Ну все, всем пока-пока. Увидимся. Надеюсь, из премьеры уже. Я буду надеяться на Юру, что он все быстренько мне порешает. И из всех делов. Да, Мордахин? Все, пыхтите. Вода у вас есть, все у вас есть. Все.